Вот думаешь, вот только помыл окна на балконе, там в комнате, вот это, и какое-то время прошло, и окна опять все грязные, опять пыли, особенно у тех, у кого окна выходят на проезжую часть или, может быть, на какую-то стройку. Всем доброе утро. Ребята, вот понятно, да, что не хочется вот постоянно мыть окна, это очень сложно. С этой стороны можно надеть тюль, я вам показывал уже. Вот можно взять тюль, да, вот в крахмаль ее вымочить, вот приклеить, чтобы это было все вот ровненько. Но вот с другой же стороны тоже надо мыть окна, и все, и ты думаешь, вот опять надо вот это что? И вот смотрите, что вам сейчас покажу. Такой вот лайфхак, чтобы вот ну, стеклышки были всегда чистыми. Сейчас покажу. Ребята, смотрите, когда вот вы утром просыпаетесь, да, и вы видите, что у вас вот окна вот такие вот с той стороны, вот влажненькие такие, знаете, вот это вот роса или что-то вот ночью вот эти скопления, да, все, вот этих вот жидкостей на стекле, да, вот это вот все такое. Ребят, смотрите, что я сейчас покажу. Вот смотрите, у меня есть вот такая вот штучка, да, водосгон называется. И что мы делаем? Вот смотрите, ребят, вот просто вот беру вот так вот, да, вот водосгоном. Сейчас вот одну секундочку, вот ножкой вот так вот. И смотрите, вот этим вот водосгоном вот так вот сверху вниз вот так вот беру вот так вот водосгончиком вот так вот сверху вниз вот так вот еще вот так вот. Сейчас подождите, пожалуйста, одной рукой. Вот у меня тут, извините, белье сушится. Ну, правда, что на балконе все. Вот. И так вот, смотрите, опять снизу вверх. Вот так вот. Вот так вот. Раз. И вот так вот еще вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И весь водосгончик спускаете, да? И сейчас посмотрите, что с вами сделаем. Мы сейчас с вами вот повернем стеклышко. Ну, я просто так наглядно вам показала. Смотрите, какое чистое стеклышко. Вся вот эта пыль, которая была у вас на стекле, она вся уйдет. И здесь вот этой пыли не будет. И хотя бы, ну, не идеально, может быть, будет чистой, да, там еще, потому что нужно взять розетку, вот, розеткой так вот все вот сделать, вот промыть, прочистить. Но так, чтобы вот такой сильно грязной пыли не было, поскольку у нас здесь вот стройка, и здесь проезжая часть, все. Вот так вот будет намного чисто. Все, ребята, всем спасибо, что были со мной. Всем пока.